Ребят, всем привет, всем добрый день, очередное видео на канал TradingView, и сегодня мы рассмотрим с вами несколько инструментов. Первый — индекс доллара, второй — S&P 500, третий — инструмент биткоин, четвертый инструмент у нас будет, мы посмотрим ту рекомендацию, которую я уже давал, это Alcoa Corporation, Moderna посмотрим, и я выделил три акции, которые будут вам интересно для того, чтобы открыть их сделку сейчас, и некоторые есть, которые нужно добавить, будет в избранное, там тоже довольно-таки все перспективно выглядит. Вся информация заранее выходит в моем бесплатном телеграм-канале, ссылка в описании. Давайте начнем с индекс доллара. Как вы видите, у нас здесь была медвежья западня, после чего цена пошла обратно в нисходящий треугольник, и по моим прошлым обзором я говорил, что в случае пробоя вот этой верхней границы закрепления цены можно открыть шорт. Здесь, извините, лонг. Здесь у нас произошел пробой 0.236 по Фибоначчи, пробой верхней границы нисходящего треугольника. Также был ретест очень сильный. Обратите внимание, как мощно покупатель откупил цену, когда откупил свечу, когда цена пришла вот в эту область. То есть протестировали верхнюю границу, протестировали 0.236 по Фибоначчи. Здесь у нас также не нужно забывать, что многие трейдеры ориентируются на свечные паттерны. Это можно назвать стрекоза, молот, не имеет значения, суть одна и та же. Здесь сильная реакция покупателя, он полностью выкупил всю вот эту свечу, которая была распродано, так сказать. Сейчас те, кто в лонге, да, я также в лонге, я рассматриваю поход к 0.382 по Фибоначчи, и также здесь еще есть естественный уровень, соответственно, у нас здесь зона сопротивления. Я думаю, что когда цена придет к этой зоне, я обязательно стоп переставлю без убыток. Почему? Потому что первое, здесь будут фиксировать позиции в моменте те, кто здесь набирал, да, те, кто здесь лонговал. Второе, здесь будут стоять отложенные ордера на продажу. Это очень важно. И, соответственно, также в моменте будут набирать шорты. Так что вот это в данный момент это ключевая зона сопротивления. То есть пока что, если, да, так вкратце, я рассматриваю лонг доллара. Дальше, S&P 500. По S&P 500 пока что мне сказать вообще нечего. Бычья западня была, поглощение было. Мы зашли в шорт, очень все классно отрабатывало. Стоп у нас стоял без убыток и нас выбило в без убыток. Пока что я ничего для себя логического не вижу, куда можно зайти в данный момент. Пока что просто наблюдаю. Дальше, биткоин. Наш любимый, да, биткоин. Я уже много раз говорил, опять же, в нашем телеграм-канале, ссылка в описании. Все, что сейчас я обозреваю, он раньше выходит в телеграм-канале. То есть, как вы видите, да, вот у нас такие вот вещи. Консолидация, резкое падение, консолидация, ложный пробой, да. И опять цена возвращается, вот, грубо говоря, в этот канал. Но самое основное, ребят, это крупные таймфреймы, это недельный таймфрейм. Обратите внимание на эту свечу. Все почти то же самое, только наоборот, как было в индекс доллар. То есть была сильная реакция покупателя, и, соответственно, так сказать, полностью всю свечу распродали. И у нас сформировался свечной паттерн доджа над гроби. Опять же, говорю, есть такие вещи, что не имеет значения, как они называются. Тут сама логика уже понятна. Вы видите, что здесь была очень сильная реакция продавца. Соответственно, я пока что по битку я рассматриваю шорт. Я рассматриваю шорт вот к этой зоне. Давайте я выделю, чтобы было больше понятно. Вот к этой зоне. В данный момент уже сопротивление. Соответственно, в случае ее пробоя, закрепа цены, я буду открывать шорт. Но, еще раз говорю, приоритет для меня в данный момент шорт. Также здесь будет огромное количество стоять ордеров на покупку, фиксации тех, кто здесь шортил. Здесь также, да, такая же будет ситуация, как на индекс долларе, только наоборот. Вы должны тоже понимать, что вот была очень сильная реакция. Сейчас все поудаляю. Смотрите, какая была сильная реакция, четкая, просто когда цена сюда пришла. Был сильный отскок, и, соответственно, полетела цена вверх. Так что не нужно забывать, что здесь будут фиксироваться отложенные ордера. Это 100%. И если вы сейчас шортите, вот здесь, как, если цена сюда придет, как минимум стоп без убыток. Но я торгую на пробой, я буду ждать пробоя, закреплю сюда и буду рассматривать шорт. Так, давайте дальше перейдем. Будем по-простому говорить. Акция АА. У нас здесь две сделки. Я одну закрыл, вот эту без убыток. Мне не понравилась вот эта свеча. Плюс на дневном таймфрейме у нас вот очень что-то похожее на круглое дно. И я решил перестраховаться. Я не жадный, так как я заходил довольно-таки крупным объемом. Да, немножко относительно с повышенным риском. Но здесь у нас пока что, если взять глобально, я вижу продолжение тенденции вниз. У нас голова и плечи.
плюс. Формация, да, у нас симметричный треугольник, пробой, закреп, и, соответственно, я думаю, что мы дальше пойдемся вниз. Как минимум, эту сделку я уже поставил стоп без убыток, по этой сделке я закрылся без убыток, то есть я, так сказать, в безопасности. Повторюсь еще раз, рассматриваю пока что шорт, глобально шорт, но вот эта ситуация, этот звоночек мне уже не очень нравится, плюс у нас очень сильный объем, при этом очень маленькая свеча, это для лонгистов не очень хорошо. То есть усилие было сильное, цена выросла не на большое количество пунктов. Так, модерна. Модерна интересная. Сначала она довольно-таки неплохо пошла вниз. После чего я говорил, да, что нужно быть готовым, что может быть ретест. Он сейчас произошел. Опять цена сейчас пытается упасть. Будем наблюдать. Если будет пандемия, то я думаю, что вот эта вся история может сломаться, и мы можем закрыться в убыток. Когда она будет, эта пандемия, будет ли она вообще, то есть мы точно сказать не можем, но к этому идет. Посмотрим, посмотрим. Если тут кто-то набрал позицию для того, чтобы, да, дальше уходить вниз, то, соответственно, цена пойдет вниз. Стоп у меня стоит, я ничего не делаю, я просто пока что наблюдаю за данной ситуацией. Еще раз повторюсь, если подытожить, у меня приоритет пока что шорт. Так, давайте перейдем к рекомендациям. У нас получается, что это ZTS, да? Не знаю, что это за акция, особо я уже говорил, название меня не интересует. У нас перевернутая голова и плечи, плюс вот тут такая некая консолидация на недельке, а на дневке, ребят, здесь можно рассмотреть вот такой симметричный треугольник. Такой симметричный треугольник, обратите внимание, 1, 2, 3, 4, да, это, я больше люблю формации с 5 касаниями, но здесь очень хорошая структура, здесь нет каких-то пустых мест, здесь нет второстепенных касаний, здесь все очень четко и красиво видно сжатие. Плюс мы видим, на повышенном объеме они пробивали верхнюю границу, да, вот эту трендовую, дальше ретест, и, соответственно, я думаю, что мы будем расти. Я рассматриваю в данный момент вот этот инструмент уже в лонг, так что в принципе, можете присмотреться, кто торгует графические паттерны. Думаю, вам это будет более чем интересно. Плюс, обратите внимание, MA50, MA100, MA200. Мы видим, да, вот эти скользящие средние, они по трендам. То есть мы торгуем по тренду. Ориентироваться только на вот эти три скользящие, конечно же, не стоит. Это так, дополнительный инструмент, да, дополнительный аргумент для того, чтобы принять какое-то решение. Окей, дальше UPS. UPS отработка уже пошла, у нас здесь симметричный треугольник, довольно-таки, ребят, он структурный, мне это очень нравится. Опять же, вот обратите внимание, 1, 2, 3, 4, 5 касаний я очень люблю. И желательно, конечно, чтобы был пробой верхней границы, потому что здесь 3 касания, а трендовый с 3 касаниями, это естественные трендовые. Трендовые с 2 касаниями, я бы их абсолютно бы не рассматривал, и 100% я могу рассмотреть максимум 3% вот таких трендов, только 3 касания. То есть здесь у нас, как вы видите, 3, и, соответственно, еще раз повторюсь, я люблю треугольники с 5 касаниями. Здесь мы видим пробой, закреп, плюс у нас очень сильный такой интересная свеча, это очень похоже, да, на молот. Конечно, тело немножечко еще большое, но все-таки мы видим, что здесь была сильная распродажа, да, вот этого роста, цена начала падать. Так что в данный момент я рассматриваю дальнейшее падение данной акции. Здесь также, когда цена сюда дойдет, обязательно стоп поставить без убыток. Почему? Потому что также вы должны обратить внимание, что у нас идет, ребята, зона слияния сильной зоны и 0.5 по Fibonacci. 0.5 по Fibonacci, плюс обратите внимание, мы вот четко вот этот уровень Fibonacci упал на вот этот уровень. Вот у нас также уровень, то есть 1 реакция, 2 реакция, 3 реакции. То есть здесь будут отложены ордера на покупку, здесь будут фиксировать прибыль, и это очень важно. И здесь, конечно же, будут еще в моменте открывать лонг. И это очень важно, потому что это будет для нас сопротивление, для как шортистов. Так что, когда цена сюда придет, обязательно стоп без убытка. Дальше. Вот эти вещи мне очень нравятся. У нас, ребят, глобальный уровень поддержки. Если мы будем смотреть, да, по росту поддержки. Одно касание, второе касание. Ребят, вот этот уровень, ему 99-й год, ладно, 2000-й по 8-й. 2008-й, то есть 8 лет, да, так сказать, продолжительность можно
обозначить. И сейчас мы подошли к этому уровню. Я жду то, что я нарисовал. Пробой, закреп я буду уверенно шортить. Опять, при таких... для таких значимых уровней нужно понимать, что могут загонять толпу. Так что обязательно вы должны понимать, что может быть медвежья западня. То есть придут сюда, закрепят цену, мы откроем шорт, соответственно, выйдут наверх. То есть такое тоже может быть, к этому нужно быть готовым. И, соответственно, учитывать риск, менеджмент и ставить стопы. Очень часто я делаю так, если я вижу, все, я попал, да, то есть... Я попал в медвежью западню, меня выбивает по стопу, или я раньше закрываюсь и открываюсь в лонг. Если же опять цена не пошла, значит, я что-то в этом рынке не понимали. С этим инструментом я больше третий раз не закажу, ничего не делаю. Так, это все. Я сделал все, как всегда, максимально коротко, коротко, ясно и понятно. Буду благодарен за лайки этого видео. Все мои ресурсы, включая Telegram, бесплатно находятся в описании. Подписывайтесь, там эта информация выходит раньше. Всем спасибо за внимание, ребят. Всем пока и всем удачи.